Всех приветствую на канале Animal Life. Собаки нашли в грязи это крошечное создание. Посмотрите, какой он стал. Когда речь заходит о спасении животных, это должно касаться абсолютно всех видов. Порой это бывают очень маленькие зверушки. Более того, иногда животные бывают настолько маленькими, что их даже сложно заметить. Эта история как раз о таком. Пара острых глаз, а также несколько носов обнаружили малыша карликового летучего кускуса. Он выпал из мешочка матери. При весе менее грамма, это легче, чем скрепка для бумаги. Крошечный малыш не смог бы сам постоять за себя. Мужчина выгуливал собак, когда они внезапно учуяли запах и привели хозяина к малышу. Спаситель не растерялся и отнес зверька в зоопарк. Крошечный, почти голенький малыш попал в больницу австралийского зоопарка. Это место славится тем, что здесь часто спасают животных. Например, был случай, когда тут выходили 28 лисят. Карликового летучего кускуса назвали Бубом. Когда малыш подрастет, он будет выглядеть так, как на картинках ниже. Его вес будет составлять примерно 13 граммов. Это самые маленькие млекопитающие в мире. Они водятся на восточном побережье Австралии, питаются нектарами и насекомыми. Специалисты верят, что Буб вырастет сильным и здоровым, а потом его отправят обратно в дикую природу. Зоопарку стоит гордиться собой, ведь его работники не отказывают в помощи ни таким малышам, как Буб, ни даже огромным крокодилам. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.